بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие зрители, прошлая наша передача была началом разговора о таком важном и прекрасном состоянии сердца, которое ведомо только верующим, как упование на Аллаха. Давайте продолжим наш разговор. Упование по-арабски «таваколь» – это вид поклонения, ибада. И как всякое поклонение, оно может быть направлено только к Аллаху. Если человек уповает в своем сердце на что-то, кроме Аллаха, тем самым он совершает ширк. То есть впадает в многобожие, в поклонение лжебогу, а это самый страшный, самый мерзкий из грехов. Если человек уповает на что-то или кого-то, кроме Аллаха, в вещах, на которые способен только Аллах, то это великое многобожие, большое многобожие, которое лишает человека веры, которое выводит его из ислама. И если он умрет, не раскаявшись в этом, то лишится навсегда рая и войдет в адский огонь навечно. Если ты уповаешь на звезды, или святых, или ангелов, надеясь, что они отведут от тебя несчастье, или пошлют тебе богатство и успех, или исцелят тебя от недугов, то тебе необходимо опомниться. И поскорее вернуться к Создателю с покаянием. Всевышний говорит: «И лишь на Аллаха уповайте, если вы верующие». Таким образом, Всевышний сделал критерием и условием принадлежности человека к его верующим рабам упование на него одного. Кто не уповает на Аллаха или уповает на кого-то кроме него в тех вещах, на которые способен лишь Аллах, тот не имеет с верой и исламом ничего общего. Если же человек уповает на кого-то в тех вещах, на которые тот по воле Аллаха способен, которые находятся в пределах его человеческих возможностей, то это не относится к большому многобожию, который выводит человека из ислама, но все равно является одной из форм многобожия. И оно также недопустимо. Например, если кто-то уповает на какого-то сильного, влиятельного человека, ожидая, что тот защитит его от вреда или одарит его деньгами, то хоть мы и не можем сказать, что он впал в большое многобожие, что он перестал быть верующим в Аллаха, однако мы говорим, что он совершает грех, который имеет отношение к многобожию, что он находится в большой опасности. Да, мы имеем право поручать или доверять наши дела кому-то из людей, кто может с ними управиться. Например, можем поручить вести наши торговые дела кому-то, кто известен нам своей надежностью и профессионализмом. Мы можем обратиться за помощью к врачу, когда болеем, к властимущему человеку, когда подвергаемся притеснениям. Но при всем при этом мы привязываем сердце только к Аллаху, понимая, что все эти люди всего лишь внешние причины, пути, механизмы, через которые Аллах может дать свою помощь, если пожелает, а может не дать. Все эти люди смогут принести тебе пользу лишь в том случае, если того пожелает Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ва'алям анналь уммата ляу иджтама'ат аля янфа'ука бишей, лям янфа'ука, илля бишейн кад катабаху Аллаху лак». И знай, что если весь люд соберется для того, чтобы принести тебе какую-то пользу, они смогут сделать лишь то, что тебе предписал Аллах. Уповать надо не на причины, а на того, кто их создал и ими распоряжается, то есть на Всевышнего Аллаха. Кто положится на кого-то или что-то, кроме Аллаха, тот непременно испытает разочарование в предмете своего упования. Непременно потерпит неудачу со стороны того, на что положился. Ибо все, что кроме Аллаха, временно и тленно. Все, кто кроме Аллаха, являются бедными его рабами, всецело нуждающимися в нем. Твердо опереться можно лишь на того, от кого зависит все. Чье богатство и чья власть неприходящий и вечный, кто вечно живой и всесильный, кто опирается не на Аллаха, словно опирается на паутину или на что-то иное, что зыбко и ненадежно, тот же, кто уповает на Аллаха, тот никогда не потерпит неудачи. Его опора незыблема и вечна.
так освободись же от оков упования на творение. Как бы сильны и богаты они ни были, и уповай на Создателя. Он никогда не разочаровывает, никогда не подводит человека, положившегося на него. Человека, который положился на него всем своим сердцем. Всевышний приказывает нам уповать на него во всех наших делах, мирских и религиозных. Он говорит: «Ватаваккаль аль-хайй аллази ла ямут, васаббих бихамди». И уповай на живого, который не умирает, и прославляй его хвалою. И говорит: «Ватаваккаль аль-Аллах, вакафа биллахи вакиля». Уповай на Аллаха, и достаточно Аллаха как покровителя. Одним из высочайших примеров настоящего, правдивого, высокого упования на Аллаха для всех верующих является история жены пророка Ибраима, Авраама, и матери пророка Исмаила, Хаджар. По повелению Всевышнего Аллаха, пророк Ибраим, мир ему, отвез свою жену Хаджар и сына Исмаила, которого она в то время еще кормила грудью, в Мекку, и оставил ее там, у того места, где сейчас высится Кааба, у дерева, которое росло над тем местом, откуда впоследствии забил источник Замзам. В Мекке в то время не было ни людей, ни воды. Он оставил ее ребенка там, оставив им мешок фиников и бурдюк с водой, а сам повернулся, чтобы отправиться в обратный путь. Мать Исмаила последовала за мужем, говоря: «О, Ибрагим, куда ты уходишь, оставляя нас в этой долине, где нет ни людей и нет ничего?» Она многократно повторяла эти слова, обращаясь к нему, а он двигался дальше, даже не поворачиваясь к ней. Она спросила его: «Это Аллах приказал тебе поступить так?» И он ответил: «Да». Тогда она произнесла: «Значит, он не даст нам пропасть. Значит, он не даст нам пропасть». А после этого вернулась к тому месту, где остался ребенок. Вслушайтесь в эти слова: «Он не даст нам пропасть». То есть я положилась на него и верила себя его защите. И он не забудет нас и не оставит нас без своей защиты и опеки. Братья и сестры, если вас покинули люди, если вас бросили без поддержки и помощи, если вы оказались в беде, привяжите свои сердца к Аллаху и скажите: «Он не даст нам пропасть». Итак, Ибрагим оставил жену и младенца сына в Мекканской пустыне и ушел прочь. Его сердце ныло от боли разлуки с женой, сыном, которых он покинул в безлюдном, безводном месте. Но такова была воля Создателя, которой он подчинялся беспрекословно. Когда же он пересек горный перевал так, что они уже не могли его видеть, то повернулся лицом в ту сторону, где позже была построена Кааба, поднял руки и обратился к Всевышнему с горячей мольбой: «Господь наш! Поистине я поселил часть своего потомства в долине, где ничего не растет, у твоего заповедного дома. Господь наш, дабы они совершали молитву, склони к ним сердца людей и надели их плодами, быть может, они возблагодарят». И оставшись наедине с сыном, мать Исмаила стала кормить его грудью и пила воду, которую оставил ей муж, но вот вода в бурдюке закончилась. И она и ее сын стали испытывать жажду. Она смотрела на ребенка и видела, что тот корчится, страдая от жажды. Всем известно, какую нестерпимую боль испытывает сердце матери при виде страдания ребенка. Не вынося этого зрелища и не имея возможности чем-либо помочь, она решила отойти от того места, где находился сын. Она обнаружила, что ближе всего к ней был холм под названием Сафа. Она поднялась на него, повернулась к долине и стала смотреть, нет ли в округе кого-либо из людей, но никого не увидела. Тогда она спустилась с холма Сафа, а когда достигла низины, то подняла края своей одежды и побежала, как может бежать изнуренный человек. Она пересекла эту долину и поднялась на холм под названием Аль-Маруа. Она снова стала смотреть по сторонам, надеясь увидеть кого-либо, но снова никого не увидела. Потом она сказала: «Надо пойти и посмотреть, что делает мальчик». А придя туда, она обнаружила, что он будто издает предсмертные хрипы. И она воскликнула: «Пойду и посмотрю, может быть, увижу кого-нибудь». И она снова поднялась на холм Ас-Сафа, стала смотреть вокруг, но ничего не увидела. И так она металась между двумя холмами 7 раз. Ее бег между двумя холмами Ас-Сафа и Аль-Маруа
стал причиной одного из религиозных обрядов, которые совершают паломники к заповедному дому Аллаха во время хаджа и умры. Этот обряд называется ас-сай. Достигнув Аль-Маруи в последний раз, она услыхала какой-то звук и сказала самой себе «са», «са», что значит «тише», прислушалась и снова услышала его. Она не знала, кто издает слышимый ею звук, и сказала, обращаясь к нему, «Ты дал мне услышать тебя, но есть ли у тебя возможность мне помочь?» И вдруг на том месте, где сегодня находится источник Замзам, она увидела ангела, который бил своим крылом землю, пока оттуда не забила вода. Хаджар стала руками делать углубление около источника и при этом наполнять водой свой бурдюк. Но когда она наполнила его, вода все равно продолжала бить из-под земли. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, да помилует Аллах мать Исмаила, если бы она ставила замзам и не черпала воду, он стал бы текущим потоком. Хаджар напилась и покормила грудью своего сына, а потом ангел, а это был сам Джибриль, сказал ей, не бойтесь гибели, ибо поистине здесь будет дом Аллаха, который построит этот мальчик и его отец. И поистине Аллах не бросает своих приверженцев. Через некоторое время на это место прибыли люди из арабского племени Джурхум. И с разрешения матери Исмаила поселились вместе со своими семьями вокруг источника Замзам. Исмаил подрос, научился у этих людей арабскому языку, а они очень ценили его, и когда он достиг совершеннолетия, женили его на одной из своих девушек. А позже в Мекку прибыл его отец Ибрагим, мир ему. И они вдвоем возвели досточтимую Каабу, первый на земле храм поклонения единому Богу. Кто сохранил и спас эту слабую женщину и ее ребенка в безводной и безлюдной пустыне? Аллах. Кто вывел из земли благословенный источник Замзам в том месте, где прежде не было никакой воды? Аллах. Кто отправил ангела Джибриля, который пробил крылом толщу земли, чтобы оттуда хлынула вода? Аллах. Кто направил в это далекое, безлюдное место людей, которые поселились здесь и украсили своим присутствием жизнь Исмаила и его матери? Аллах. Воистину, Аллах хранит тех, кто уповает на Него. Воистину, тем, кто уповает на Аллаха, достаточно Аллаха. Я опасаюсь, что какой-нибудь невежественный человек, услышав этот рассказ, подумает, что человеку дозволено взять своих жену и детей и бросить в далеком безлюдном месте, в котором нет ни воды, ни пищи, и оправдаться при этом, что так поступил Ибрагим. Нет, нет, так поступать нельзя. Почему? Потому что Ибрагим совершил свой поступок по приказу Аллаха, выполняя его святую волю и осуществляя его мудрое решение. Нам же Аллах приказал оберегать своих подопечных и не разрешил бросать себя и свои семьи гибели, и сказал «Ля тактулю анфусакум» – «Не убивайте самих себя». Кроме того, разве твое упование сравнимо с упованием Ибрагима, который являл высочайший, недостижимый пример упования? Обратите внимание на то, что Ибрагим, несмотря на свое полное упование на Аллаха, учел внешние причины, использовал имеющиеся у него возможности и средства и предпринял те меры, которые были ему доступны. Он оставил своей семье мешок с финиками и бурдюк с водой. То есть он учел причины, он совершил какие-то зависящие от него действия. Таково подлинное упование. Таково подлинное упование. Человек должен совершать внешние, доступные ему действия и предпринимать возможные для него меры, но сердцем целиком привязываться к Аллаху и полагаться только на Него, а не на предпринятые меры. Те, которые отказываются от действий и от учета внешних обстоятельств, это глупцы, которые противоречат мудрости Аллаха. И наоборот, те, которые привязываются к внешним причинам, это маловеры, не познавшие истинного единобожия. Ибн Аббас рассказывал, что в прежние времена некоторые жители Йемена отправлялись в хадж, но при этом не брали с собой провизии. И они говорили, мы уповаем на Аллаха. А когда они приезжали в Мекку, то начинали просить у людей еду, становясь обузой для людей. И тогда Всевышний ниспослал аят «Ватазаввуду».
инна хайра зади таква, и запасайтесь провизией, но лучшая провизия – богобоязненность. Однажды имаму Ахмаду задали вопрос о человеке, который сидит и не желает зарабатывать себе на жизнь, говоря «я уповаю на Аллаха». Имам ответил: «Все люди должны уповать на Аллаха, но при этом зарабатывать себе на жизнь. Пророки поступали на работу. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нанимался на работу. Это же делали Абу Бакр и Умар. Они не говорили: будем сидеть и ждать, пока Аллах не пошлет нам пропитание». Всевышний сказал: «Расходитесь по земле и ищите от щедрот Аллаха». В книге имама Тирмизи приводится хадис о том, что однажды некий человек обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, со словами: «О посланник Аллаха, следует ли мне привязать верблюдицу и уповать на Аллаха, или оставить ее непривязанной и уповать?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Привяжи ее и уповай». «И'акильха ва таваккаль». Привяжи верблюдицу и уповай на Аллаха. Упование никак не противоречит совершению дозволенных действий и использованию дозволенных причин и средств. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб встретил группу людей из Йемена и спросил их о том, кто они. «Мы уповающие, мутаваккилюн», — ответили эти люди. «Нет, вы не мутаваккилюн. Вы не мутаваккилюн. Вы мутаккилюн». «Мутаккилюн» по-арабски означает «нахлебники». «То есть вы не уповающие, а вы нахлебники», — сказал им Умар. «Уповающий — это тот, кто бросает в землю зерно и при этом уповает на Аллаха. Я прошу Аллаха направить всех верующих к истинному упованию на Него и к возвращению на Его путь. Ибо много путей мы испробовали, но все они ведут в тупик, кроме одного – жить по заповедям Создателя и верить Ему свою участь, положившись на Него одного всем сердцем. И какой-то прекрасный покровитель, и какой-то прекрасный помощник. Ассаляму алейкум. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.